еще невесомая. Высоко она, неудачная теперь, время года. Далеко до дна, да к тому же не достать до небосвода. Если луна над облаками, то ее не поймать, не потрогать руками. Если она в небе не светит, можно просто уйти, и никто не заметит. Говори, что молчи, ничего не понятно. Ежели не светит луна, это так неприятно. Не видна она, дотянуться до нее очень сложно. Обмануть тебя будет очень нелегко, но возможно. Кто ее не поймать, не потрогать руками. Если она в небе не светит, можно просто уйти, и никто не заметит. Можно просто уйти, и никто не заметит. Очень рады вас видеть сегодня всех в этом зале. Спасибо огромное, что вы откликнулись на предложение. Вот так вот пришли на концерт, просто-запросто отложили свои дела. В общем, нашли время. Спасибо. Я поздравляю вас с началом весны. Надеюсь, что с нашими концертами она наконец-то началась. Дамы и господа, встречайте, пожалуйста, величайший гитарист нашей планеты. Ал Демиол.
Песня, которая обычно называется «Двери в небеса», но для того, чтобы было понятно коллеге, сегодняшней коллеге по концерту, я объявлю «Doors to Heaven». Oh!
Somebody ask him. Was that full volume? Okay, okay, okay. Let's take it on out. Okay. All right, last melody. Thank you.
еще море. Дебедеса до месе. Верно по черно. Forse fondo nelle grandi città, forse nascosto nel tuo cuore, amore mio. I'll do everything. Città. Forse nascosto nel cuore, amore mio. I'll do everything for you. Thank you.
quando ci dà, forse è nascosto nel cuore, amore mio. I'll do everything for you. Добрый вечер! Дамы и господа, перед вами группа «Эсперанто». Пожалуйста, поприветствуйте. Снова с нами Алди Мёрр. Не стоило бы плакать того, кого
послушного тепла. Тебя течение волны унесло от непонятного того, кого забыть ты не смогла. Рыжий костер сгорающих огней, синий глаз видней того, кого не стоило бы ждать. О том, о ком не стоило бы плакать. Того, кого не надо вспоминать. О том, о нем ты думаешь любви. Что это не годится.
может, я тут отважный. Где ты скитаешься, ну, где скрываешься? Ты от людей возьми меня с собой. Я тот безумный, видимо, я могу быть с тобой. Ой, 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 просто ты одинокий остров на море, где так часто тонули корабли. Может, судьба тебе поможет, и ты не будешь больше отшельницей любви. За океаном реки, за рекою лес и горы, то, что стоит на веке, остальное разговоры. Ты все поймешь однажды, а уже когда не важно. Но может очень скоро ты сама собою, где-то будто бы в буре воли, не сможешь быть другую, это точно я не скрою. В ней шальные птицы море, болтают рыбы, ею лишь бы с кем-то спорить. Где ты скитаешься, ну, где скрываешься? Ты от людей возьми меня с собой. Я тот безумный, видимо, я могу быть с тобой. Ой, 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 просто ты одинокий остров на море, где так часто тонули корабли. Может, судьба тебе поможет, и ты не будешь больше отшельницей любви. Так здорово, что вы пришли сегодня на этот концерт. Бесспорно, без вас бы, конечно, он не состоялся вообще никому. Он был бы не нужен. И вообще, представляете, концерт без вас. Глупо, наверное, да?
Спасибо вам за ваши улыбки, за ваши аплодисменты, за ваше понимание всего, что происходит. Однажды будет не важно, что мы с тобой, а жаль. И не случайно, хоть и печально, снова придет февраль. Длинную ночь до рассвета мне не сомкнуть глаз. Ветер холодный не потревожь нас.
Хотите представить вам участников сегодняшнего концерта группы «Эсперанто»? Клавишные инструменты Альберт Федосеев. Клавишные инструменты Александр Смирнов. Бэк-вокал Анна Федосеева. Бэк-вокал Николай Кириллин. Тромбон Михаил Топанов. Саксофон Олег Пронин. Труба Алексей Будущенко. Труба Виктор Романов. Труба Олег Масляков. Гитара Алексей Булгаков. Бас-гитара Олег Тархов. Мужчина в красном костюме Андрей Лебедев. Перкуссия Илюша Шейкер. Барабаны Артур Газаров. Великолепный перкуссионист Гумби. Клавишные Марио Пармезан. Барабаны перкуссия Гилат. Моя жена Анжелика Варум. Величайший гитарист прошлого и, конечно же, нынешнего тысячелетия. Ал Демиур. Мужчина с гитарой. Композитор. Поэт. Мой муж. Консьерж сегодняшнего концерта Леонид Агутин.
Брайан! Спасибо, спасибо. Пока и до новых, надеюсь, ближайших встреч.